Россия прекратила поставки газа на Украину. Причина – отсутствие предоплаты, которую Киев должен был внести сегодня. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Что касается предоплаченных ранее объемов, то их «Нафтогаз» исчерпал. И уже сейчас, до серьезных холодов, поступает информация о том, что Украина начала использовать запасы из подземных хранилищ, которые их и так недостаточно заполнены. Отсутствие новых поставок топлива создает большие риски как для транзита газа в Европу, так и для самих украинских потребителей, особенно в преддверии зимы. На этом фоне странными выглядят заявления официального Киева о том, что Украина прекратила закупки намеренно.